Здравствуйте! В эфире программа «Супершеф». Меня зовут Сергей Батуков, и я приглашаю вас на мой мастер-класс. Шеф-повар Сергей Батуков в профессии 16 лет. Стажировался у обладателя титула «Повар века» Поля Бакюза. Сначала в его институте, затем в ресторане. Также проходил стажировку в одном из самых престижных ресторанов Франции – «Ло Пьесоле». Три звезды Мишлен. В 2013 году победил в конкурсе «Битва шефов». Сергей готовил блюда для первых лиц нашего государства – Владимира Путина, Дмитрия Медведева. Среди его мероприятий – саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, 60-летие Победы и многие другие. Сергей считает, что повар должен быть универсальным и постоянно совершенствоваться. Приготовить может абсолютно любое блюдо. Сам же больше всего любит рыбу и морепродукты. Сегодня мы будем готовить спинку ягненка с тушеным луком и соусом розмарин. Итак, приступаем. Для этого блюда нам потребуется спинка ягненка. Для ее приготовления мы будем использовать свежий розмарин, чеснок, соль, перец. Мы прямо сейчас сразу же его немножко подмаринуем, пока будем заниматься гарниром. Так, теперь переходим к тушеному луку. Мы берем луковицу, заранее я ее почистил. Кладем ее в сковородку. Сверху кладем тимьян. Берем сливочное масло. И заливаем это все куриным бульоном. Вот, значит, я поставил это все тушиться. Теперь переходим к следующей части. Я беру слоеное бездрожжевое тесто. Берем такое вот кольцо. Если у вас нет кольца, я сейчас вам покажу, что сделать без него. Мы берем кольцо, пробойник и делаем такое движение. То есть надавливаем, вырезаем вот такой круг. Делаем еще один. Если у вас нет кольца, тогда можно вырезать любую другую форму, которую вам понравится. Мы нарезаем вот такие вот квадраты. Берем форму для запекания. Форму для запекания я смазываю маслом и выкладываю сюда тесто. Так, теперь, чтобы наше тесто было румяным, мы берем яйцо, смешиваем его с белком-венчиком. И с помощью кисточки мы смазываем его сверху яйцом. Теперь я беру вилку и делаю проколы. Это для того, чтобы у меня тесто не сильно потеряло форму при выпекании. Потому что если это не сделать, его начнет слишком сильно поднимать, а мне это не нужно. Значит, мы сейчас ставим его в духовку на жар. Температура 170-160 градусов на время где-то 15 минут. Теперь мы с вами займемся соусом и нашим ягненком. Так, чеснок мы немножко раздавили. Кладем это все в ягненку. Для соуса я буду использовать демиглас. А его я готовил из говяжьих костей, которые предварительно я запекал и варил 6 часов при длительном упаривании. Поэтому он у меня получился такой густой. Начнем жарить. Приготовление баранины на сковороде у нас для прожарки медиум обойдется где-то примерно минут 10-15. Если вы хотите ускорить процесс, тогда вам придется воспользоваться духовкой. Теперь мы добавляем сюда чеснок, розмарин. Теперь смотрите, вот у нас получилась вот такая вот корочка со всех сторон. Это называется, как бы мы мясо запечатали. Запечатали таким образом, чтобы у нас сейчас сок не выходил.
Так, вот смотрите. Сковорода уже остыла, поэтому мы добавляем сюда сливочное масло. Продолжаем готовить уже со сливочным маслом. Значит, смотрите. Я беру нашего ягненка и выкладываю ее на блюдо, чтобы довести ее до готовности уже в духовке. Все вот эти специи я кладу сюда. Наливаем масло. И вот сейчас самое главное. Не нужно сразу мыть сковородку, потому что, обратите внимание, вот здесь образовался такой, как его называют дома часто, это говорят, нагар. Так вот этот нагар, это и есть экстрактивные вещества. Это самый вкус того, что здесь происходило. И вот чтобы сейчас его просто не смыть водой, мы с вами сделаем соус. Я ставлю сковородку на огонь. И я сейчас беру красное вино. И добавляю ее прямо сюда, где у нас жарился ягненок. И даю ему полностью выпариться. Так, тем временем наше тесто уже почти готово. Сейчас мы его проверим. Ну вот, они у нас получились очень аппетитные, с хорошей румяной корочкой. Поэтому мы их сейчас достаем и даем им немножко остыть. Я их сейчас выкладываю на деревянный стол. Так, теперь смотрите, что мы делаем. Берем острый нож. И вот так аккуратненько прорубаем сердцевинку. Для того, чтобы в эту полость я мог положить спокойно наш тушеный лук. Так, теперь я беру наш лук-шалот, выкладываю его на доску. Теперь острым ножом мы разрезаем каждую луковицу напополам. Мы выкладываем сюда. Теперь на лук сверху посыпаем сахар. Только на лук. Если посыпьте на тесто, сахар карамелизуется, и она у вас просто будет черная. Берем сливочное масло, по кубику, по маленькому кусочку, выкладываем сверху. Теперь опять берем нашу форму. Ну вот, все для запекания готово. Время приготовления и отдачи блюда остается 5 минут. Возвращаемся к соусу. Значит, мы пожарили с вами ягненка, слили лишнее масло, налили туда красное вино. Теперь я беру морковку, тонко ее режу, нарезка произвольная, и просто опускаю ее сюда в соус. Делаем максимальную температуру, чтобы сейчас вино закипело. Теперь я беру соус Демиглас. Кладу его в красное вино. И сейчас мы это упариваем до сиропообразного состояния. Теперь мы возвращаемся к нашему ягненку. Я беру противень с ягненком, противень с нашим тушеным луком и ставлю это в духовку при температуре 170 градусов в районе 7-10 минут. Вот такие вот замечательные получились у нас булочки и идеальные ягненки. Соус у нас тоже уже готов. Нам будет нужно добавить сюда соли, добавить перца и затягиваем его сливочным маслом. Вмешиваем соус. Он становится у нас глянцевым и очень нежным. Так, ну теперь переходим к сервировке. Берем наши булочки, кладем их на тарелку. Поскольку у нас разная форма, мы сделаем и разную подачу мяса. Первую я делаю надрез здесь, с одной стороны, и с этой. Сейчас объясню для чего. Разрезаю его напополам. Смотрите, какое у нас получилось розовое, красивое, вкусное мясо. А это мясо
Нарежем просто на такие кусочки. Такая красота у нас получилась. Теперь мы берем с вами соус. Само мясо нам заливать не нужно. Заливаем по краям. Для свежести немножко ростков свежего салата. Все, наше блюдо готово. Сегодня мы с вами научились готовить спинку ягненка с соусом розмарин и булочкой с тушеным луком. И если вы приготовите это блюдо для своих домочадцев, они обязательно скажут вам: «Ты супер-шеф!»